городе Монтеррей в штате Калифорния, США, отметили столетие государственного флага Азербайджана. По инициативе Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, расположенная в центре города Монтеррей, улица Алварадо, была украшена от начала до конца флагами Азербайджана. Кроме того, 9 ноября объявлено в Монтеррее днем государственного флага Азербайджана. В связи с этим мэр города Клайд Роберсон подписал соответствующую декларацию. В документе подчеркивается, что 9 ноября 1918 года азербайджанский триколор, состоящий из синего, красного и зеленого цветов, был утвержден в качестве государственного флага Азербайджана. В 1991 году после восстановления независимости этот же флаг был объявлен государственным флагом Азербайджанской республики. В декларации отмечается, что Азербайджан на международном уровне признан моделью успешной страны, где в условиях мира и гармонии проживают вместе мусульмане, христиане и евреи. В декларации также отмечено, что Монтеррей и азербайджанский город Линкеран стали побратимами в 2011 году. В конце декларации мэр Роберсон от имени городского совета и населения города объявил 9 ноября в Монтеррее днем государственного флага Азербайджана и призвал всех жителей города отметить этот праздник.